Мой мальчик, этот замок изо льда, Изольда, да, скажи еще, Тристан и 333 богатыря займут места в партере. Что я хотел сказать? Уста, ты говоришь, разомкнуты уста, по крайней мере, разомкнуты, намереваясь жить, но мальчик на полу, но лед, но королева, он что-то собирался там сложить, не вечность ли? Возьми вот этот, слева, даль открывается с креста кристалл, речь разлагается с хвоста, в какой Гомере живем, слепое, как Тибет, лицо надень, все повторится снова. Работай, мальчик, это не тебе. Я думаю, когда ты сложишь слово, что будет с этим замком изо льда, со временем вмурованным в сознание, что Гераклиту запоет вода, чем жизнь была игрой в одно касание. Но ты играй, пока хватает льда, и он лучист, горяч, хотя и не без ухмылок, трещин, говорящих «да» твоим глазам, где тонет этот дребезг и вновь всплывает и твоя рука, перебирая талые осколки, слегка растеряна, слабея, как река, расплетенная в устье, уж недолгий перед тобою путь, и кажется еще чуть-чуть, и все соединится в одно, и мир, и королева, но насчет нее не обольщайся, мальчик. Не случится, ни королевы нет, ни замка, ни рожна. Смешна история, где лишь слова ролями меняются, и тем она страшна, что ни наследника и нет, ни короля, ни... Что я хотел сказать? Уста, ты говоришь, разомкнуты. Не бог весть, какое достижение. Оставь потомкам, будет им на повесть.